Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирской «Газели». Сегодня около 8 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии – опрокидывании транспортного средства. Предварительно установлено, что водитель Nissan Bluebird, выезжая с парковочного места, не пропустил пассажирскую «Газель». После столкновения маршрутное такси опрокинулось на бок. В результате ДТП в медучреждение доставлена пассажир иномарки – женщина в возрасте 50 лет. Установлено, что в момент аварии в салоне пассажирской «Газели» находилось 4 пассажира и кондуктор. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.